Peugeot Type 1 1889 года. Первая серийная модель компании Peugeot. Паровой трицикл, разработанный конструктором Леоном Серполе. Тип кузова, визави, первые четыре машины были представлены на Всемирной выставке в Париже. Точно количество произведенных трициклов неизвестно. Скорее всего, 64 машины, до наших дней дошел один экземпляр. Единственная паровая модель Peugeot в истории –